Мертвая расплата. Интересно, название такое. Блин. Ну, не плачет, понятное дело. Вы спасли столько жизней альянсов, сколько смогли, и тем более важно, вы заботитесь о своей команде. Это главное. И в первую очередь нужно заботиться о себе. Я просто хотел спасти их все. Нам надо проходить, но мы не сделаем. Но точно нет смысла корить себя за это. К сожалению, адмирал был среди тех, кто не успел. Я уверен, что это огромный удар для альянсов. Надеюсь, они нас не обвинят. Но и мы понесли свои потери. Да. Как нам вернуть нашу выездную команду? Посол Спок и остальные старшие офицеры ждут нас в комнате для брифинга, чтобы посудить именно это. Я хотел бы, чтобы у нас с вами была возможность поговорить первым, учитывая обстоятельства. Хотя протоколом мы должны предупредить Звездный флот о нашей ситуации, пропаже экипажа, утечке данных, возможной угрозе со стороны Хатари или Ткона. Я думаю, нам лучше держать это при себе. Под нашим контролем. Ты знаешь, что для меня здесь на кону, и что поставлено на карту для вас тоже. Я не могу позволить себе еще одну неудачную миссию. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. Я не хочу пока поднимать ложную тревогу. И у меня есть уверенность, что мы сможем завершить все это, пока не стало еще хуже. Извините, капитан, но это не про вас. На карту поставлен жизнь каждого, кто носит военную форму. Я так не считаю. Мы готовы к комнате для брифинга, капитан. Пути. Есть какие-нибудь новости о наших попытках отследить сигнатуры искривления? К сожалению, нет. Каким-то образом удалось маскировать сигнатуры и заблокировать нашу способность отслеживать их траекторию. Меня также беспокоит то, что пошло с ними. Тот тканистский источник энергии. Синдрон называл это место Картубула. Да, проанализировал наши сканеры Тригодера. Это Картубула, мощная любого зарегистрированного места. Она отключила нашу способность к искривлению. И неизвестно, что с ним сделать. Мы должны найти этот корабль. Они могут где угодно, буквально везде. Хатари должен знать, куда направляется. Но если вообще можно назвать Хатари в данный момент вообще... Кто бы они были, они прерывали все коммуникации. Но наш естественный источник информации сейчас в лазарете. Тайлос. Ткон также скомпримировал нашу систему, чтобы старшина Мариас украл данные с нашего корабля. Пока мы говорим, мы оценим то, что было. Но это слишком рано говорить, это именно у них. Звездный флот должен знать об этом. Мы не будем связаться с Звездным флотом, пока полностью не разберемся в ситуации. Слишком много неизвестного. Мы украли наши данные, это достаточная причина, чтобы предупредить Звездный флот. Но как капитан должны лучше... Пока узнаем. Мы не должны рисковать. Мы должны быть предупредить Звездный флот, что наша система была взломана. Я согласен с командором Райдеком. Мы должны позволить Звездному флоту решить, как они справятся с этим. И по сути сказать им, что миссия провалилась еще до завершения, нет? Мы так не поступим. Не на нашем корабле. Я хочу говорить с Хатари и разобраться с этим, прежде чем вмешивать Звездный флот. Безопасность прежде всего. Я ожидаю, что мы встретимся с сопротивлением. Хатари считает, что мы нарушили наш нейтралитет. Если предложим, что переговоры сорваны, мы больше не играем здесь официальную роль. Мы все еще несем ответственность перед Хатари. Ткон — угроза для обеих цивилизаций. Они предупреждают угрозу для всех нас. Устройство, найденное командиром Райдеком в хранилище Ткониан, представляет собой усовершенствованный механизм доставки для сложного процесса биогенетической трансформации. Что это значит? Они не только биоформируют невинных носителей, превращая их в Ткона. Они берут ДНК и энграмматические данные конкретного тканца и вытесняют их из своего носителя.
Опа. Это враждебное поглощение на клеточном уровне. Оживление отдельного ткона одного из другим. Можем ли как-то отменить это? Это именно то, что я пытаюсь выяснить. Пока что кажется, что ответ отрицательный. Как только тконин возьмет контроль, перемещение носителя станет необратимым. И биоформирование, похоже, будет постоянным. Старшина Мариас назвал себя «Сыны Пламени», но в компьютере не было никакой информации об этом. Они также разстреляли мой корабль, когда сбежал с Гоупах. Ты чуть не уничтожил ничего. Итак, мы знаем об этом сынах. Они опасны. Он перешел черту, они... Это несомненно. Однако, встреча с Хатарем может быть представлена об этой истинной намерении. Угу, давай. Над предлогом извинения за то, что предлагал их доверие. Торжение на территории. Ага, это хороший план. Учитывая возможные варианты, возможно, наш лучший шанс узнать больше о том, что они планируют. Я не могу не согласиться. После ухода Картубулы я могу подтвердить, что мы восстановили варп-способность использования наших транспортеров. Командор Урмот, попробуйте договориться о встрече с Хатари как можно скорее. Как предложил посол Супок под предлогом извинений. Есть, капитан. Отличная работа. Ну, такой себе ты, капитан. Сомнительный. Моя девочка получше. Вы давно? Пора сделать вливание Деридиума. Похоже на меня. Ага, да. Так, отличненько. Не считая того, что у вас почти закончится Деридиум, вы слабы. Приятно получить немного. Я не беспокоюсь. Вот капитан. Продолжайте. Вы видите это, не так ли? Он в отчаянии. Сокрыть информацию о Звездном флоте только что, чтобы спасти свою репутацию. Это ненормальное поведение для капитана. Я почувствовал облегчение того, что ты назвала его виновным. И вы провели с ним достаточно времени, достаточно работали, и что-то не так. Мой корабельный врач должен знать. Не приукрашивайте. Ну, он полный в порядке, пусть. Капитан делает все возможное, чтобы обеспечить наш успех. Я знаю, что ты не согласен с этим методом, но ты не можешь отрицать, что его сердце находится в правильном месте. Но если ты в это веришь, просто знай, что остальным придется жить с твоим решением. Убедись, что ты помнишь об этом. Джара? О, следи за уровнем Деридиума и скоро вернусь. Как ваша рана? Как будто ее и не было. Мне повезло, что вы были там со мной. Без тебя я бы, но... Спасибо, что спасли мне жизнь. Я чудесно с вашей технологией. Не для меня значения. Вы не бросили мне умирать. Я рад, что ты жив. Но ты не должна была защитить меня. Ты чуть не погибла. Но тогда бы вы пострадали. Я солдат, и это моя работа. Получить раны. Я полагаю... Мы видели правду в этих шахтах. Каким на самом деле являются Сидрон и Галвун? Кем они стали? На что они готовы пойти? Что они сделали с этим Лидианом? Это трудно принять. И все, что я думал, я знаю, так много, было ложью. И в наших ногах это все это время. То, что мы узнали там, мы можем поможет нам выиграть войну. Правда, это сила. Мы используем, чтобы остановить Галвана. Если вы правы, значит, оно того стоило. Я искренне надеюсь, что ты права. Командир Райдек, вы срочно нужны на мостике. Что это? Хатари согласились встретиться. Безбилетники. Ля. Красивое место. Ребята, надеюсь, мы сейчас спасешь наших ребят. Они еще не нашли нас.
Мы не можем просто ждать, пока нас спасут. Мы понятия не имеем, когда и догонят нас на решительном. Мы не можем получить доступ к системе Ксенти. Мы можем выяснить, что замышляет Кон. Если у тебя есть место, где мы можем это сделать. Следуйте за Арминтой. Это что такое? Всех строгость альянсов и груз отсеки царит беспорядок. Давай, Картер. Нам нужно держаться высокого парня. Ну да, подожди. А, альянский консоль все имеет механическую клавиатуру в качестве запасного варианта. Это удобно. Помимо того, что если какие-то будут проблемы, да? Ну-ка. Энергетические ячейки. Элитисты должны дополнить основную энергию системы вот этим. Хорошо, что было здесь намного легче транспортировать к кораблю. Если у вас бы еще одна секунда, Миранда могла бы... Да... Вот ей надо по жопе надавать. Судя по тому, как он укреплен, это вероятность содержит делитий. Шальный взрывный бластер может вызвать разрыв по электронике. Лучше быть осторожным. Выглядит герметичный климат-контроль. Должно быть это место, куда они поместили ценный груз. Ну все. Наверху? Хорошо. Элсилар, давай сделаем это. Внутренние датчики. Что? Когда они просканируют корабль, все признаки жизни, они поймут, где мы находимся. Должно быть устройство, которое выполняет сканирование. Вот здесь. А вот эти вот, да? И здесь. Несколько по всей комнате. Понятно, мы видим их строя. И как? Слишком высоко, чтобы дотянуться, даже для меня. Но у нас и бластеры. Низкая мощность, Нелли. Давай не будем поднимать пожарную тревогу. У меня есть те, что здесь. Ага, я возьму. Так. Быстрая съемка 5 датчиков. Так. Есть один. Так, это... еще одна. Так. Вот так. Поторопись. Супер, остался еще один. Это вот это, да? Пам. А вот и он. Ага. Плохо сработал? А, сканирование пошло. Успели, да? Супер. Бля, какая улыбайка. Это сработало, они смогут нас обнаружить. Это поможет нам выиграть немного времени. Теперь, когда у Селди снова есть энергия, смогу получить доступ к некоторой системе корабля отсюда. Я позабочусь о том, чтобы не выдать нашу позицию. Ткон может даже не знать, что мы все еще на борту этого корабля. Миранда только видела, что мы улетали. Наверное, она думает, что мы вернулись на решительный. Миранда. Пока не сдавайся, Картер. Она держала вас на прицеле, и вы не выстрелили. Она означает, что настоящая Миранда все еще там. У Ткона ее нет, не полностью, по крайней мере. Должно быть, это еще чувствует что-то. Это повод для надежды. И по поводу вспомнить, что Ткон не просто захватил этот корабль. Они захватили все тела, в которых находятся. Я знаю, что она играла с нами, используя наши симпатии, ваши отношения, чтобы выбраться из лазарета. Но, возможно, есть способ вернуть ее обратно, и Миранда поможет нам остановить Ткон. Здесь, на этом корабле. То, что присоединит Трилл постоянно, не означает, что реформирование Ткона должно быть постоянным. Ты уже достаточно наслушался твоих разговоров, подруги. Ты должен думать, как солдат. Теперь она наш враг. С ней разберутся, как и остальные Ткон. Моя подруга, Миранда, не отвечает за свои преступления. Ткон захватил контроль над ее разумом. Мы, конечно, не можем убить ее за это. Говори за себя. Если кто-то угрожает Империи, он враг. Ты смотри, сейчас голову потеряешь. Это все лишь одна жизнь, и она уже потеряна. Ты не можешь говорить о Миранде.
Мы не можем говорить правду. Не существует такой вещи, как только одна жизнь, и она не проиграла. Это не калькуляция. Вы не можете просто разложить все по цифрам. Возможно, именно поэтому мой адмирал и все остальные на последнем транспорте были потеряны. Проблема с вашими исчислениями. Наши потери растут, ваши только начинаются. Мы застряли на этом корабле, как и вы. Сейчас пойдешь вон отсюда, пес! Мы заблокировали это управление штурвалом движения. Они закрывают систему быстрее, чем я их проверяю. Фрукстрация. Они постоянно меняют эти интерфейсы. Я едва успеваю. Да конечно, ты тупенький. Я могу помочь. Прекрасно. Тоже мне. Они используют код доступа старшего офицера, чтобы заблокировать наши системы с мостика. На Хатаре и Ткон должны сделать что-то с командного. Вот что-то, навигационные данные. Я вижу курс, который они приложили. Ага. Космос Хатари, инспекция, проверьте Хилди. Так. Так, что это? Далеко от пространства Хатари. Надеюсь, резолютом там все в порядке. Кселди, вот мы где. Это не совсем новость. Хорошая. Элдианский флот исследовал множество систем. Это все противоположное направление туда, когда мы... где мы были. Мы направляемся к краю галактики. Ничего, кроме необитаемой системы, по пути. Мы, если продолжим, то оставим с собой чар... и намного раньше, чем хотелось бы думать. Это не может быть. Мы должны взять контроль и развернуть этот корабль. Вернемся на передовую битве за Элидию. Мы не на передовой. Они собираются сделать все по-вашему. Вся федерация в опасности. Это возможно, но для нашего народа это уже реальность. Я уверен, что это чертовски реально для людей, которые заперты в своих телах и контролируют Коном. Вы не можете просто повернуть или... Если этот корабль без тебя, я возьму, я верну это. Или я уничтожу его. Мы не позволим оставаться в руках врага. Мыслите стратегически, у нас больше шансов, если мы будем работать вместе. Вы правы, что сердитесь, но не стоит обращать на нас внимание. Справедливо. Самое главное, чтобы получить контроль над кораблем, чтобы не оказались так далеко, что решительно не смог нас догнать. Если мы контролируем Кселди, это также означает, что мы не сможем использовать эту карбункулу. Я не уверен, что мы сможем сделать больше отсюда. Что это? Это поток данных. Похоже, это двухсторонняя связь. Давайте посмотрим, смогу ли я пропустить через мультиплексную связь. Можете это сделать? Я попытаюсь. Давай. Блин, сложно это. Успеть за ними надо. Ага, это хорошо, это должно сработать. Здравствуйте, вы можете меня прочитать? Итаска, это ты? Майор. Это мой лейтенант. Где ты? Я здесь с некоторыми другими. Мы в ловушке АТФ. Наша платформа для наведения артиллерии. Переработки герметичные, разорваны силовые каналы. По другой стороне раздражается под словом «майор». Мы видели Синдроны и другие Хатари. Если мы сможем освободиться, я думаю, сможем одолеть их и вернуть корабль. Ты еще там? Ну-ка, держи соединение. Ну-ка. Не стоит доверять каждому встречному. Хатари были превращением людей на этой корабле. Мы видели, как это происходит. Биформирование. Это лишь вопрос времени, когда все оставшиеся члены экипажа будут настроены против нас. Мы должны пройти и помочь нам. Вы должны спросить, ты уверен, что это действительно твой товарищ? Это Итаска. Тебе придется довериться мне. Проверь. Хорошо знаю, лейтенант Итаска. И ясно, принуждение с наших нынешних обстоятельств, я уверен в этом. Я могу сделать. Тогда нам нельзя терять времени.
Мы доберемся до вас незамеченными и освободим вас от АТФ. Мы будем готовы и ждем, сэр. Возможно, я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах, но я знаю каждый дюйм этого корабля. Я могу доставить нас сюда, безопасно, через запасные пути. Угу. Так. Ствол, да, еще? Че зажал? Так, а мы тем временем на этой... на планете, да? Ну и чё? Вы можете подойти. Ваше Величество, необходимо извиниться. Федерация, избавь нас от извинений, твои оправдания, твои жалкие объяснения. Вы сказали, что находитесь здесь под предлогом мира. Но еще вторгся в наши шахты. Ты должен догадаться, что тебе нельзя доверять, если ты встал на сторону альянсов. Наши намерения были ясны с самого начала. Разрушающий искривленный луч, исходящий из Тау, держит наш корабль в заложниках. Это фарс. У вас никогда не было намерения договориться с миром на разрешение этого конфликта. Ваше Величество, если можно, ее действия чуть не вызвали войну. Я обращался к королеве, а не к тебе. Галван говорит от имени Хатари. К счастью, мы смогли решить эту проблему самостоятельно, несмотря на ваше вмешательство. Элдианцы согласились, что шахты останутся под контролем Хатари. Теперь мы признаем Хатари как единственную власть в этом регионе. Ваше присутствие здесь больше не нужно. Ты можешь считать вопрос решенным. Никогда не хотели вовлекать Федерацию. Это всего лишь уловка с самого начала. Мы никогда не нуждались в части Федерации, но мы так благодарны, что вы пришли. И все же, чем раньше вы уйдете, тем лучше. Черт из два. Как же наша команда заперта на борту этого корабля? И что сделать с безопасностью данных, которые вы украли? Я хочу прояснить одну вещь. Никто не должен покидать пространство Хатари без разрешения Федерации. Никто. Вы думаете, что у вас есть эта сила? А на самом деле у вас ее нет. Вы пришли сюда, предлагая, что вы будете высшим авторитетом. Чтобы вы выяснили и вынести разрешение этому мелком споре драгоценные ресурсы между ничтожными людьми. Но вместо этого ваше высокомерие и корысть стало вашей погибелью. Ослепляя вас, здесь действует настоящая сила. Хватит этой ерунды. Ты никого не обманешь. Мы знаем, кто ты такой, Ткон. Ткон. Слово, которое я не слышал уже очень давно. На пике своего могущества империя Ткон охватывала сотни тысяч световых лет и триллионы транианцев. Империя, которая охватывала то, что сейчас считается территорией Федерации. То, что принадлежит тебе, когда-то было нашим, поэтому нам придется правильно вернуть утраченное. Все, что вам дорого, исчезнет. Первая из многих бесполезных потерь. Вам это и не сойдет с рук. Вы будете привлечены ответственности Федерации. Я уже избежал этого. У Федерации здесь нет власти. Больше нет. Вы удивитесь, но многие желающие стать частью самой развитой цивилизации, которую когда-либо видела галактика. Мы не остановимся, пока не отвоюем то, что принадлежит нам по праву.
Представьте себе, чего могла бы добиться королева, капитан звездолета или посол Федерации, если бы их власть принадлежала действительно высшему существу. Нифига себе. Перед лицом таких невозможных шансов против противника, явно более продвинутого во всех отношениях. Единственный логичный выбор — подчиниться. Никогда. Чучу, пес. Захватить их. Вытащить их отсюда немедленно. Райдек решительный. Телепортация. Ах, собаки сутулые. Вызываем флот. Вы когда-нибудь делали что-то подобное? Ближний бой, проникновение в опорный пункт противника. Что-то вроде бы этого. Однажды я 6 дней ползал на канализации во время осады Тафаркета, чтобы захватить цитадель. Это лишь одна из многих кампаний, в которой я участвовал. Моя парадная форма хорошо украшена. Я могу вас заверить. Уверен, что вы дали себе много медалей. Я рад, что мы здесь с вами. Нам нужен ваш опыт. Я должен сказать, что вы... И я буду рад, что лейтенант Таска будет с нами. И она сражалась плечом к плечу со мной в той осаде. Тогда вы будете совсем близко, да? Она мне как дочь. Она не раз спасала мне жизнь. И больше, чем просто товарищ по оружию. Не волнуйтесь. Мы освободим ее и остальных. Я больше меньше волноваться, когда это будет сделано. Он только появляется, мои товарищи, настоящие солдаты. Мы сможем захватить мостик. Затем наши лоты догонят нас. АТП в этом коридоре. Итак, тихо. Может просканировать сначала? Что-то... Как бы это ловушкой не было. Это артиллерийская платформа? Это распределение питания для носового блока вооружений. Ага. Что-то не нравится мне здесь. Ловушечкой попахивает. А, вон они. Здесь был бой. Ожоги дисциплятора на стену. Признаки детонации гранаты. Если бы произошел бой, кон могли бы еще находиться в близости. Может быть, мои люди убили их, а они могут ждать нас. Тогда это проблема, когда мы их встретим. Распределенные трубопроводы были повреждены, так что эта линия может быть смертельной. Есть способ отключить их питание. У каждого контура есть панель управления, которая регулирует мощность магнета. Я могу отследить соединение между линиями, электропередачей и панелями. Я должен быть в состоянии расчистить безопасный путь к вашему экипажу. Мы откроем дверь здесь. Ага. Отлично. Блин, классная штука у нее на шее. Точнее, ну... А она тяжелая. Ну-ка, помогай. Так, все. Найдите пульт, чтобы подключить электричество. Сейчас мы найдем. Все будет хорошо. Так, есть. Один есть. Один вижу. Так. Так. Деактивация произвелась. Здесь мы пройдем. Так, по лестнице, конечно же. Аккуратно. Так, воняет. Угу. Так, здесь мы... Это сейчас что мы отключим? Это вот это, да? Супер. А зачем здесь?
Как-то странно. Лестница есть. Опа, что-то не так. Сбой. Так, спустимся здесь, значит. Так, это под энергией. А вот сюда вот мы залезем, возможно, здесь. Опа. Ну-ка, до свидания, скажем. Собаки. Ну-ка, ну-ка. Тихо, тихо. Свидание. Ты че? Вы, Федерация, вы сделали это. Отлично. Едва ли. Мы смогли спатывающий ущерб. Они загнали нас в угол. Мы сделали это, чтобы вытеснить их. Поставьте немного пространства между нами и врагом. Они здесь, ложись. Я думаю, они отказались от поимки. У нас ничего не получится, если мы вернемся тем же путем. Помоги мне с этим. Так. Давай. Аккуратненько. Вот здесь проход. Вперед, вперед. За нами. Давай, перекрывай. Есть. Опа. Отлично. Объект взрывы при выстреле. Отлично, да, будем знать. Типа это таки гранатка. Федерация, мы берем на себя инициативу. Мы будем держать их напряжение. Давай, давай, надо прикрыть его. Ну-ка, ну-ка. Стреляют они там. Отступаем. Но они просто набирают людей, хватают, пытаются. Держите их, мы не можем позволить им добраться до лестницы. Ты чё, блин? До свидания. Супер. Ага. Держимся, держимся. Говно. Давай, быстрее. Нет, стой. Ты не можешь просто забежать туда. Мы должны жить, чтобы бороться. Вперед, давай. Да что ж ты. Что же будешь делать-то? Так, ребята остались живы. Мы позволили врагу забрать их. Хадри и рядовой Туро. Они были не единственными. Но если мы этого не сделали, они бы... Мы все вместе бы. Придется с ним смириться. Я отвечу за это, когда умру. Я не по-леденски оставить одного из наших... Позади, это грех так поступать. Мы не умрем.
Нет, если мне есть что сказать по этому поводу. Важно, чтобы мы победили. Когда мы будем там, в ловушке, мы договорились, что должны жить, чтобы сражаться. Хадри согласился. И сказали, что одного из нас заберут, другие не остановятся. Мы должны продолжить путь, добраться до мостика. Они погибли, чтобы мы смогли сражаться дальше. Ткон не хочет их смерти. Они хотят украсть их тела и украсть их разум. Ткон знает все, что знал носитель. Это значит, что они знают наши планы. И они нужно направиться на мостик. Да. Генеральная штаб-квартира. Что-то такое. Тайлос, ты должна быть здесь в лазарете, лечиться. Я закончу это. Я не могла просто лежать, зная, что вся судьба Хатари висит на волоске. Как все пошло? Ты выглядишь измученный. Буду честна, это была полная катастрофа. Это не может быть правдой. Я слышал слух, что они заключили сделку, что Лидианцы согласились на мир. После того, как мы видели, как Сидрон сделал с дипломатом шахты, я трудом верю, что есть надежда. Но потом, это правда? Боюсь, что правда гораздо хуже. Сделки не будет. Нет. Теперь они все Ткон. Хатари. Лидианцы. Все. Эльдийцы. Нет, это не может быть правдой. Прости меня. Куда я пойду? Я не могу вернуться. Оставайся с нами. У меня нет больше дома. Это что-то осталось знать и исчезло. На этом корабле вы всегда будете в безопасности, и вы всегда оставаться здесь, сколько вам нужно будет. Спасибо. Будешь частью команды. Федерация выступает на стороне Хатари, вы не должны сомневаться. Желтый сигнал тревоги. Команда Райдек, вы нужны на мостике немедленно. Давай не грусти. Все будет хорошо. Эльдианский корабль Вескар быстро приближается к нашей позиции. Или что было Вескаром, теперь я не так уверен. Видите это на экран. 600 километров приближается, все еще идет прямо на нас. Командир? Нам стоит поднять щиты. Просто в качестве меры предосторожности. Я хотел сбежать эскалации этой проблемы, чтобы это не было. 400 километров закрытия. Поднять щиты, приготовиться. Щиты подняты, бластеры готовы. Приближается. Заблокировать бластеры и открыть огонь. Сильный урон. Но дефлекторы все еще на полной мощности. Это полностью обошло наши щиты. Это невозможно. Проклятие, ответный огонь. Все, что у нас есть. Райдек, моделируй частоту щита. Построюсь. Сможешь ли ты обеспечить нам любое прикрытие? Командир, у меня есть. Просто продолжай стрелять. Так. Так, моделировать. Щиты все еще не действуют. Это бессмысленно. Попробуй еще раз. Ну-ка. Модуляция. Вот. У нас есть входящие. Они продолжают соответствовать частоте нашего щита. Они могли. Если только... Они нарушили алгоритм на щитов. Они не могут обойти на щиты по желанию. Что? Капитан. Он замерз. Что? Оцениваем ситуацию. Почему они прекратились? Отчет о ущербе. Работа на аварийном питании. Основные повреждения корпуса на палубах 4 и 7. Ядро искривления стабильно и не повреждено. Мы полностью уязвимы. Команда нас называет Вескар. Это Галван.
Надо потянуть на экран. Командор Райдек, где ваш капитан? Надеюсь, он не умер. Вы имеете дело со мной. Это проблема. Одна неполноценная форма жизни не хуже другой. Должен отдать вам должное, командор. Вы продержались дольше, чем я думал. Но не заблуждайтесь, ваши щиты бесполезны. Ваше оружие неэффективно, и ничего не сможете сделать. Я могу уничтожить тебя в любой момент, но лучше я сначала выслушаю ваши мольбы о пощаде. Ваше существование полностью в моих руках. Если вы хотите уничтожить нас, тогда я приглашаю вас сделать ваше худшее. И мы лучше умрем с честью, чем будем молиться у вас о пощаде. Вы можете исполнить свои желания. Я думал о том, что вы сказали, командир. Вы убеждали, что я буду привлечен к ответственности, и вот я здесь. Приведите меня к ответственности. Дай мне время. Оружие Вескара набирает мощность. Я думаю, что наши ребята там решат все. Ну, конечно, теперь ты полностью в моей власти. Обойдешься. Почему я решил оставить тебя в живых, несмотря на вашу дерзость? Скажи своей федерации, что Ткон столько же милосерден, сколько и могуществен. Но вам посчастливо спастись. В следующий раз вам может не так повезти. Однажды ты станешь тем, может быть, молить о пощаде ты. Ты сомневаешься об этом? Да? Да ладно. Я потерял их сигнал. Можете отследить их варп-сигнатуру? Ничего, это невозможно отследить, как и раньше. Сообщите послу Споку. Я хочу, чтобы все собрались в комнате для брифингов, чтобы обсудить наши варианты. Как обстоят дела с ремонтом? Пробоины в корпусе должны быть устранены в течение нескольких часов. Импульсная мощность составляет 67%. Скоро будет полностью исправлено. По-прежнему не удается отследить сигнатуры искривления Голвана. Они практически исчезли. Продолжите попытки. Найти этого сукина сына лучший шанс, который у нас есть. Командор Райдер, у вас было соединение после нападения на корабль? Какова ваша оценка? Учитывая нашу нынешнюю ситуацию, а потери, которые мы нанесли, просто нужно больше знания. Мы знаем недостаточно, нам нужно больше информации. В этом случае у нас может быть вариант. Портал 6.3, Хранитель Империи, Ткон. Если кто и сможет найти Галвана, так это он. Это при условии, что он захочет нам помогать. Верно, но есть только способ узнать это. Разве не нужно получить разрешение от Совета Федерации, чтобы связаться с ними? Ближайший аванпост Федерации Андория. Может вам отправить сюда на шаттле и лично сообщить об угрозе со стороны Ткон. Тем временем решительный может отправить систему Дельфи Арду в поисках портала 6.3. И все еще сомневаюсь. Нет. Капитан Уильям Рейкер не понаслышке знаком с этой местностью и с порталом 6.3. Его советы окажутся бесценными и развеют наши опасения. Дельфи Арду 4. Запретная зона по уважительной причине. Насколько нам известно, что мы можем попасть в ловушку. Не говоря уже высокой вероятности того, что портал 6.3 будет верен. Это слишком большой риск. Мы не говорим пустой трате времени, время которое мы можем позволить себе потерять.
Мы сейчас мы не можем знать, где находятся эти два линдианских корабля, и туда они направляются. Другой триконианец, возможно, сможет хотя бы узнать это. И это направляется прямо на его товарища Ткона, усугублять проблему. Я склонен согласиться с командой Райдер. Ее логика здравая. Этот портал может обладать знаниями, которые окажутся бесценными, включая информационную информацию о природе Карстубула. Мы должны действовать в соответствии с имеющимися факторами. Затем я организую встречу с капитаном Райдеком. Я поговорю с советом, они должны понять масштаб ситуации. Я не могу немедленно отправиться в Вандорию. Желаю вам удачи в поисках портала 6-3. Надеюсь, найдем. Это управлять кораблем на мостике должно быть минимум 8 человек. Таким образом, мы можем ожидать, по крайней мере, стольких врагов. И они бы биоформированы Хандрии. Это означает, что все должны быть готовы к... Укрыться! Ну-ка, ну-ка, уходим. Блин. И что теперь? Нам нужно, чтобы двери были запечатаны. Мы справимся с этим. Где есть панель доступа, мы должны иметь возможность подключиться в местную систему. Будем подстрелены. Я прикрою тебя. По моему сигналу. Давай. Проклятие. Давай, береги. Аккуратненько. Девочка. Так, сигнализируем. Синхронизация. Еще дверь на мосте, подождите. Что это? Гравитация. Если я переведу искусственную гравитацию внутри мостика, это подбросит любого на мостике прямо в потолку. Никогда не увидите этого. Итаска, приготовьте заряд. Измени полярность гравитации. Сейчас. Отлично. Потрясающе. Закрыть. Ну-ка. Как мы их уберем? Они ударились, отрубились. Сейчас мы свяжем, да и все. Закроем их. Потом вырубим их. Сраный ткон. Что мы будем делать с ними? У нас не времени брать на пленных. Ты что, просто собираешься их пристрелить? Я еще не решил. А ты и не должен. Не зависит от того, вас. Вы не в вашей армии. Может быть, не очень удобно. Мы не убиваем врагов, которые дали. Держать пленных — роскошь, которой у нас нет. Это не чертова роскошь. Ты инженер, а не солдат. И что? Это явно моя территория. Думаешь, у нас здесь вражеские... Это ситуация с заложниками. Внутри каждого из них есть невинная жизнь. Я могу присмотреть за ними. Как и я. Да ты мерзкий. Ты не можешь оскорблять бдительность перед врагом. Мы со старшим Диаз продумаем, как остановить корабль. Давайте поторопимся. Остальные ткоины могут появиться в любую минуту. Кристаллы, они здесь повсюду. Мерзкий жираф. Тонское оружие. Осторожно, куда ты направляешь эту штуку? А он не активен. Я не вижу никакого способа использовать это в качестве оружия, оно мертво. Патроны кончились? Не уверен. Какая-то своя энергия, да? Все под контролем? Да, эти тканы не сделаны ни шагу пока. Значит, то, что ты делаешь, работает. Я могу сделать еще много чего. Да ладно, это не обязательно должно быть так. До тех пор, пока они ведут себя хорошо. Да ты умник, я вижу. Дорогая, что ты там стоишь? Есть проблемы? Не беспокойся обо мне, беспокойся о растяжке там. Почему? Он ищет любой предлог, чтобы испарить пленников.
Я позабочусь о том, чтобы этого он не сделал. Даже если они враги, это неправильно. Я здесь, если тебе нужна будет помощь. Скорее, разберись с этим мостом. И это лучший способ помочь. Хорошо. Ну-ка посмотрим. Надо разобраться с этим до того, как мы пойдем. Куда бы мы ни направлялись. Это решительно, может, нас не сможет нас догнать. У нас будут совсем другие проблемы. Но красиво, очень. Ну, смотрите, сквозь звезды, да? Летим. Так, что у нас здесь? Здесь какое-то... Бля, вот она хорошенькая, она еще более-менее думает. Этот пес, блин, она это... Вообще просто... Эта консоль выглядит незатронутой. Что? Так, ладно. Где капитан? Капитан Астега не пережил отравление атмосферой. Мне очень жаль это слышать. Он погиб, защищая Империю. Вот как бы он этого хотел. Угу. Ладно. Так. Посмотри сюда, это навигационные данные. Это уже видели, направляйте к краю галактики. Это всего лишь дисплей, мы не можем использовать его для изменения курса или скорости. Ну да, а мы сможем незатронутые. А незатронутые как раз вот она. Есть два интерфейса, расположенные друг на друга. Это не ледянские программирования. Но... Ну так измени. Так, а это заражено. Что ты предлагаешь? Просинтезировать? Проактивировать? Эти кристаллы технологии ТКОН, похоже на активные. Как и остальные технологии, тетраметрические импульсы. Тетраметрические? Это энергетические сигнатуры технологии ТКОН. Все, что они производят, спускают такое излучение. Ну-ка. Они блокируют входы. Совсем не реагируют. Все, что я пытаюсь. А как насчет кода доступа? Думал, если код доступа необходим для того, чтобы вернуть контроль. Должен, но я не могу выбраться из поверхности. Потому что не могу их здесь убрать. Может, еще что-нибудь, где я могу попробовать? Но вот здесь. Это язык ТКОН. Несмотря на могу судить, система корабля активно реагирует на бот. Это, что противоположно тому, что работает большинство мостов, они могли показывать команды. Но это навязчивая программа. Эта ситуация управления тоже не принесет нам ничего хорошего. А что они сделали с этим мостом? Консоли работают сами по себе, которые забиты кристаллами, которые посылают тетраметрические импульсы. Но все это посылают сигнатуры наружу, она принимает. Они управляют кораблем из другого места. Это должно быть невозможно, но это объясняет, почему экипаж мостика меньше, чем полный. Если они управляют кораблем с мостика, то откуда они им управляют? Так, их просканировать не получится. Будем меньше, чем через час. Мы не можем позволить этому случиться. Погоди, чтобы пройти это расстояние, нашим самым быстрым кораблем потребуется дни. Мы движемся с коэффициентом искривления в разы превышающего возможности этого корабля. Что делать двигатель, чтобы создать такую скорость?
Так. Да ладно, ты серьезно? Это не работает. Нам нужно найти. Хейди 127. Нет, нет, не подходит. Вот этот. А он не хочет активироваться. Во. Двигатели разогнаны, работают на полную мощность. Но это главный проводной коллектор. Проникает намного выше, опасно. Очень опасно. Даже при 100% мощности ядра искривления не могут нагнетать столько плазмы в секцию. Мощность реактора соответствует высокой скорости, не так ли? Ага. Будь эти кристаллы или энергия Картубула, Кон нашел способ увеличить мощность двигателя максимальной скорости. Мы должны найти способ затормозить, пока не обогнали всех. Мы остановим его, чтобы они могли доставить корабль туда, куда собираются, и осуществить следующую фазу их плана. Но если они не уничтожат нас всех первыми. Так, почему еще не произошло? Мы делаем свою часть работы и просто беспокоимся об этом. Я не знаю, что еще у них, хоть что за план. Такие люди никогда не бывают удовлетворены. Они явно собираются куда-то. Страшно подумать, что может сделать Картубула, если его подключить к чему-то, что они... И что должны питать. Вот и все, у нас есть ответы. Однако мне не нравится то, что они нам говорят. Если мы больше ничего не можем знать, то остается только заставить этих тканов говорить. И если они не справятся, то мы от них избавимся. Эй, мы так не делаем. Это тебе недостаточно. Опа. Я думал, эта штука бесполезна. Ну-ка. Пока он не прикоснулся к ней. Ага. Выключено. Оружие должно быть биокодировано. Наша технология будет работать только для одного нашего вида. Уверяю вас. А это оружие отлично работает для меня. Помедленнее. Не может управлять этим кораблем с помощью разрушителя. Но я могу использовать то, что контролирует тебя. Ха-ха. Ну-ка. Успокойся. Ударил один раз, и хватит. Давайте поговорим. Номер один. Офицер связи Титана говорит, что капитан Рейкер будет готов через минуту. Мы должны это увидеть. Отчет об утечке данных. Давайте, ребята, на этом мы остановимся. И... Я желаю вам хорошего настроения, всем ригатоу. Спасибо большое, что были со мной, что смотрели. И прям интересно, затягивает, тоже надо допройти, потому что игра шикарная. Шикарная. У нас в будущем скоро, буквально, и прям жду пиратов. И что у нас все получится. Поэтому я желаю вам хорошего настроения. Всем пока-пока.